like we had something. Tonight I'll be kissing, but I don't really have a case. Приветствую вас, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале Александр Все о Хобби. Хочу представить вашему вниманию довольно интересный и очень быстрый рецепт маринования шампиньонов. По данному рецепту можно также мариновать и лисички, и опята, также можно мариновать и вешенки. Рецепт чем привлекателен? Тем, что практически через 10 минут грибы можно уже кушать. Что нам для этого? Для приготовления грибов нам понадобится сделать маринад. Для маринада нам потребуется 150 мл воды, рюмка уксуса, лавровый лист, смесь перцев горошком, столовая ложка соли, 1,5 столовых ложки сахара, 1/2 чайной ложки лимонной кислоты, 3 бутончика гвоздики и 1 кг шампиньонов. Берем большую кастрюлю, все высыпаем прямо в нее, заливаем водой, уксусом и выкладываем аккуратненько грибы. Пока ждем, чтобы маринад закипел, накрываю все крышкой. После того, как грибы закипели и покрылись полностью рассолом, аккуратно их перемешиваем и оставляем варить на 12-13 минут. Если бы грибочки были поменьше, можно было бы варить минут 10. А так, на всякий случай, поварим 12-13 минут. Я думаю, вполне будет этого достаточно. Прошло 13 минут. Теперь сливаю рассол и грибы выношу на балкон минут на 5-6 остудиться. Остудил грибочки буквально 5 минут на балконе. Вот такая вот красота у нас получилась. Что можно теперь делать с этими грибами? Можно заправить их луком, чесноком и подавать как отдельную закуску под любое блюдо. А можно использовать для салатов, если вам потребуются маринованные грибы. Сейчас попробую маленький грибочек. Да, 13 минут было вполне достаточно, чтобы они стали готовы. Очень приятный, пикантный такой вкус маринованных грибов. Готовятся за 15 минут. Не надо ничего заготавливать за зиму, на зиму. Просто приготовили и поели. Если сделаете много, то можно рассол не сливать, залить в баночку и поставить в холодильник. Но желательно есть их быстро, чтобы не испортились. На этом, друзья, буду видео заканчивать. Всех благ вам и вашим близким. Оставайтесь на канале. Last night we had something.